листогиб. Листогибов продается много, листогибов делают и в Украине много производителей и так далее. В чем плюс нашего листогиба? Компания «Электромотор». Он идет сегментный. То есть вот эти все сегменты снимаются, заменяются, скажем так, перетачиваются. Но самое главное, здесь вы можете убрать, например, много сегментов и сделать вот такую коробочку на вот такой вот махине. Да? Причем этот сегмент можете перекрутить сюда посередине, для того, чтобы вам удобно работать. И, соответственно, вот такие вот маленькие коробочки. Еще. Эти сегменты со временем изнашиваются края, потому что давление довольно-таки большое. Да? И в зависимости от того металла, который вы гнете, то есть прочный или мягкий, начинает обламываться на некоторых краях. То есть их можно снять, переточить, и либо заказать этот сегмент, не заменяя полностью губы. И причем здесь сегмент низ-вверх, низ-вверх, низ-вверх. То есть это в процессе эксплуатации у вас намного выгоднее и удобнее, чем цельный. И еще огромный плюс в том, что здесь действительно жесткая рама. Вверх и низ. При максимальном толщине там полтора миллиметра, вот эти 1,20 м, не дает изгиб по центру, то есть нет провиса. То Зенитека продавали, там плевались. Вот. В Днепре у нас... Не жестко это, выгинается. В Днепре у нас делают цена вообще там в два раза дешевле, чем эти. Ребята позвонили, они двухметровый хотели, говорит, мы взяли этот Днепропетровский. Он говорит, вообще, он на миллиметровой толщине, он просто дает дугу в 1 сантиметр провиса. То есть не жесткая конструкция, все. Здесь, соответственно, можно регулировать там степень прижима, угол можно регулировать. То есть он простой, но реально очень надежный. Мы сегодня были на тренинге DB-машины. Роман, спасибо большое за всю информацию, которая представлена, смотрите в наших видео. Далее, если у вас остались какие-то вопросы, еще обращайтесь к нам, мы постараемся ответить на все вопросы. А по вопросам покупки звоните 5-3-0-3-8-марки, компания «Электромотор». По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».